миске миксера смешиваем 75 грамм желтка, 175 грамм сахара и 187 грамм сливочного масла. Также добавляем 100 грамм ореховой пасты и перемешиваем до однородности. Затем подсыпаем 250 граммов муки и 7 грамм разрыхлителя теста. Перемешиваем до однородности, пока не получится негустое тесто. Смазываем маслом формочку и отсаживаем тесто из кондитерского мешка. Так будет удобнее, но можно и ложкой. Тесто отправляем в заморозку и приступаем к начинке. В сотейнике карамелизируем 190 грамм сахара. Параллельно нагреваем 250 граммов молока, и как только сахар закарамелизировался, добавляем частями молоко. Завариваем карамельный соус. В отдельном сотейнике смешиваем 80 грамм желтка, 40 грамм крахмала и 130 грамм сливок 33-35%. Размешиваем до однородности и вливаем процеженный карамельный соус. Смесь на медленном огне варим до загустения. Добавляем пару щепоток соли и 50 грамм молочного шоколада. Готовую начинку выкладываем на пирог и отправляем его выпекаться при 180 градусах 20-25 минут. Готовый пирог украшаем арахисовой пастой, ореховой крошкой и сахарной пудрой.